претензий? Никаких. Значит, дежурство принято. Ну, ладно. Ну, не слышу. Заметишь опасность? Сообщи мастеру. Дежурство сдал. Цвет не слышен на небесах. Соседний сор играет гармонист, слетают, жалуя, спасти, и словно в закрытие. Фронтовая семья, всюду были товарищи, всюду были друзья, но знакомую ну, вот мы и свободны. Далекая парню весточку шлет. Слух у тебя подкачал. Это есть. Не важно. Ну, с праздником тебя, Кость. И тебя также, Федя. С днем танкиста. Просалютуем. Давай. А ты все не стареешь. Внучат не позволяет. Что, прямо с поезда? К тебе первым. Спасибо, что не забыл. Ладно, ладно. Ну, а когда же... Что? Разоружаться-то? Газет читаешь? Да. А то давай. Работенку найдем. Вороги сорвали родную хату, сгубили всю его семью. Куда пойти теперь солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой поросший бугорок. А помнишь, Костя, под Кёнигсбергом певица одна выступала? Фамилию забыл. Вот в чем одета, как сейчас помню, а... Платье на ней было такое, со стекляшками. Шульженко? Забыл. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хамелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, а на груди его светилась медаль за город Будапешт. Ну ладно, чего еще сыграем? Какую поставить? Давай еще раз это. Хоть 2. Yeah, like I know.
парня встретила дружная фронтовая семья. Ну что, за кого теперь? За командира второй роты, гвардии капитана товарища... Люлюшина. Точно. Давай за него. Эх, если всех, что с войны не пришли помянуть, водки не хватит. Вечно им всем память. Давай. За тебя, за меня и чтоб войны не было. Музыка-то какая? Слышь? Еще. Марш прощается. Репетирует как Тиамским. Тут недалеко. Может, зайдем? Я только зайду в гостиницу, переоденусь. Так я жду на площади. Саша. Я не Саша. А кто же ты? Я Миша Скакун. Скакун. Он дядя Миша, а я Юра. Ну, а я Лапша. То есть зовут Лапша, а для вас, пацанов, стало быть, дядя Лапша. Хорошие вы хлопцы, если объективно говорить. Ну, что тут у вас за эпопея? Ага, он упал, а ты чего плачешь? Зачем тебе там падать? Мы за крокодила говорили, он падает. Я не падаю, я спотыкаюсь. Ну чего ты, чего ты? Ну не плачь, не плачь. Ну, я смотрю, тут у вас без пол-литра не разберешься, кто прав, кто виноват. Ну-ка, пошли. Давай-ка и ты, давай. Вот так. Ну-ну-ну. Ну, тихо. Вот так. Опля. Не плачь, не плачь. Мужику плакать не положено, а ты есть настоящий. Ну, то есть в скором времени будущий мужик. Будущий мужик, вот кто ты такой, понял? Понял. Ну, то. Ну, то. Вот так. Путь! Эх, братцы! Музыка-то какая! Эх, вейся, вейся, знамя полковое, лейтенанты впереди, солдаты в путь, в путь, в путь. Для тебя, родная, полевая, вся другая дает, солдаты! Путь, путь, путь для тебя, родная, есть почта полевая. Пойдем посмотрим, как играют. Составьте, братцы, компанию, а? Нам, дядя, туда нельзя. Чего нельзя? Со мной все можно. Эх! Ау!
Нет, братцы, я сегодня тоже малость не в форме. Но ничего, мы и здесь посидим, покачаемся, ну-ка. Вот. Вот. Так. Прыгнули. Вот так. Ну вот. Сели. О! А ну вот разобрались, разобрались, вот так. Садись, а ну, гвардия, давай до кучи, быстро, быстро, док-док-док-док-док. Или, ну, все в сборе, поехали. Еще выше. Ух! У нас на партизанском параде тоже марш играли. И этот, правда, тадарам, 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 пам-пам-пам. Эх, нет, и не этот. Такая, братцы, доложу я вам эпопея. Вот, скажем, вы подрались, наревелись и все тут. А у нас бывало... Ох, не дай, не приведи. Знаете ли вы... Вот ты и вы оба, что такое окружение? Да откуда вам, браточки, про это знать? А мы лежим так, ранней весной в 43-м. Болото, лес, голод, холод, денег ни копейки. Фу. Вдруг немцы... Ну, там-то еще ничего, оттуда мы выбрались. Не все, правда, но мне в тот раз повезло. А вот зато в другой раз жигануло вот сюда. Один раз сюда, другой раз сюда, а третий раз решето. Эпопея. О! Браточки, что такое фашисты и какая она война. Пропади она пропадом. Ох. Ну, молодые люди, слыхали песню «Соловьи, соловьи, не тревожь». Прошу 15 минут тишины. Что, братцы? Я на привале. Thank you.
бежать надо. Что выдумали? Тихо! Там дядя Лапша спит. Где лежит? Что ты выдумал? Я не выдумал, он прогонял, но они... Ух ты мой ситный, тут мы с тобой не разберемся. Пошли на место преступления. Ты мне теперь все это объяснишь? Где твой раненый дядя? И где фашисты? Вот он сторожил того дядю, а здесь вот он лежал. Что, румяный? Как же, брат-солдат, на посту стоял? И куда ты дел своего дядю? Дядя пошли в котельную, сейчас все нормально. Ах, в котельную? Ну, тогда все нормально. Его дядя фашисты пулями жиганули. Фагня, ружья. Он дядя хороший, он партизан. Тот дядя герой. Герой. У него на прявке звезда, и Мишка дядя видит. Дядя, а вы в форме? В какой форме? Дядя Лапханов хотел отвезти к оркестру, и вдруг он сказал, что он не в форме. Лапша? А что, пойдем сейчас и найдем твоего дядю? Пошли. Thank you.
видишь? Такие, как наш дядя Лапша. Не совсем еще, но тоже ничего.